Доброе утро! А мы завтракаем. Ну, мы это громко сказано. Завтракаю я. Я тоже. А вы снимаете? А. У нас здесь яичница, пюре картофель. Яичница – это основа блюда. На основу блюда положена ложечка картофеля пюре с зеленью. Ну и, конечно же, витамины сейчас. Нужны витамины. Помидор мы купили на Сеном. Краснодарские. На центральном колхозном рынке, правильно называется. Вот, но мне кажется, это не Краснодар, мне кажется, это Азербайджан. Но продавцы, сами знаете, могут сказать все, что угодно. И бутербродики. Вот, у меня бутерброд. Бутербродики сделала нам сестра Надежда. Она нас сейчас кормит. Вот. Батон белый. Кетчуп. Огурец. Бутерброд показываем. Дальше ветчина, лук зеленый, колбаса сырокопченая, сыр и я собственной персоной. Всем, всем, абсолютно всем приятного аппетита. Вот что делает самоизоляция. Муж у меня превратился в шейха. Купили маску. Ну, маски новые. Вот постирали, мы еще их не погладили. И я на него надела такой, ну, как бы, что это у нас? Большой полотенце, наверное, да? Большой-большой. Вот. Масочку одела. И вот сказала, что он шейх, и все буду его приказания исполнять. А он тут ничего не хочет, лишь бы маску сняли. Ну, скажите что-нибудь. Что ж вы из меня монстра-то делаете? Мы на рынках города Саратова и пришли посмотреть, выбрать раков. Раки, посмотрите, они живые. 900 рублей, 700 рублей. И вот там вот есть маленькие по 400. Но такая красота. И вот там вот есть маленькие по 400. Кто любит раков, сразу пальчик вверх. Так, и мы еще пришли здесь посмотреть. Семгу хотим сегодня взять для жарки. Семга 1100. Треска мурманская 365. И вот я никогда не пробовала конгрид. Что это за рыба? Вот это вот 450. Если кто пробовал, подскажите мне, пожалуйста. Кстати, филе трески вот мы недавно покупали. Очень вкусно для жарки. Просто прелесть. Также очень-очень много креветок. Креветки северные 550. Креветки королевские 690. Креветки что-то морские какие-то вот эти вот. И вот лангусты. Лангусты это просто прелесть. Еще не брали мы здесь в Саратове их. Горбуша 350 за килограмм. И такая она средняя, небольшая. А вот сельдь, вы посмотрите какая. У нее шкурка мелкая-мелкая, вот рядышком. Угу. Пока ничего, мы пока выбираем, смотрим. Вот обычная и вот такая вот. Такой мы не брали, еще не знаю. В цене разница есть, но... Кто брал, скажите мне. По вашему совету обязательно куплю. Но вот, а здесь вот сушеное для пива, но мы пиво сейчас не пьем. Но все красиво и аппетитно. Вообще саратовский рынок, я вам хочу сказать, чистый, аккуратный. Все чистенько, полы чистенькие. И икра. Икра здесь различная. Ну и цены. Цены, мне кажется, обычные. 245, 550, 600. Ну и консервация. Скумбрия с овощами, печень. Ну как везде в рыбном отделе. Здесь объявление, что горбуша сегодня 165 рублей. Вот мы ее хотим посмотреть. Горбушу еще взять. У нас сегодня рыбный день. Все свеженько выглядит. И вот вывеска, что горбуша 165 рублей. Сейчас мы ее посмотрим. Принесли мы с рынка
Клубнику. Это уже турецкая клубника. Вот нам одну положили такую. А остальная вся прям красота. Вы посмотрите. Одна к одной. По цене? Цена 200 рублей. Она прям ее, знаете, вот единственное могу сказать, что сейчас на рынке вот такая клубника, ее сразу кушать. Ее нельзя, чтобы она полежала. Вот. Она может быть немножко помятой, но ее прям сразу-сразу помыть и скушать. Или сделать смузи. Тоже очень вкусно. Так, сейчас я руки протру и скажу вам, что мы еще купили. Мы купили рыбку. Я вам показывала. Так, вот эту прям сразу отложу, она такая. Купили рыбу, горбушу. Она была сегодня по скидке. Я ее понюхала. Она должна хорошо пахнуть. Даже если она замороженная, она должна пахнуть хорошо. Посмотрите, она какая беленькая, хорошенькая. И все. По цене? Ой, по цене за килограмм 165 рублей. Здесь кило 100 и здесь кило 100. Цена отличная. Но это вот, мне кажется, на рынке здесь у них в определенные деньги скидки на морепродукты. Будем заезжать на Синой и покупать. Но хочу сказать, мы еще пока не переезжаем. Закончим все дела в Твери, а потом уже и будем обживаться здесь. Также на рынке купили молоко. Молоко у нас идет волжские просторы. 46 рублей здесь молочко. Вот в такой упаковке. Также сегодня мы хотим на ужин сделать купаты. Вы знаете, мы купаты очень любим. Мы хотим здесь тоже пожарить. Купаты за килограмм здесь 250, 260 и 300 рублей. Различные. Вот. Хорошо, тоже ароматно пахнут, приятно, свежие. Прям вот они хорошенькие. Так, и что еще? А, и зашли мы в магазин Фикспрайс. Я купила, мне позвонили, сказали, что привезли маски. Это маски такие вот. Эконом, салфетка одноразовая, индивидуальные барьеры. Вот видите, мы сейчас с вами вскроем ее и посмотрим. Она должна вот выглядеть, ну, одеваете ее как маску. Здесь 50 штук, намотка такая, видите, хорошая, на всю семью хватит. И цена 99 рублей. Вскроем, посмотрим. Сначала я уберу все здесь, протру салфетками. И уже тогда мы с вами протестируем такие масочки. Сидим, чаи гоняем. Ну а что еще делать в самоизоляцию? А Надежда Евгеньевна здесь вот показала бы, да пожалею. Втянула живот в себя, но щеки надулись. Щеки отпускает, живот выпячивается. Да, вот что делать в коронавирус-то. Едим вот эти вот прянички, ананасовое кольцо. Вы знаете, какое вкусное это кольцо ананасовое? Ну, пряники. Прям очень-очень. Они свежие, мягкие. Вот кто захочет попробовать. Вот такая вот упаковочка. Город Киров. Киров, привет. Киров, привет. И чай мы пьем. Вкусненько. Да, хочу его Надежду показать. Но не покажу. Ой, если бы вы видели, щеки-то надуло. А вот Александра-то покажу. Привет, привет. Спокойной ночи. Ну, понравились тебе? Это, а, я же не сказала, по-моему, да? Это в Фикспрайсе колечки. Да, не сказала. В Фикспрайсе купили. Надежда шла. Уже с работы проходила и зашла, купила. Мы все на самоизоляции, Надежда у нас работает. Продолжаем жевать. Так, тут Александра сидит, разбирается, что мы заказали. Мы заказали суши. И вот такая вот у нас упаковочка. Упаковано все. Мы эту упаковочку протерли. Ну, так как сейчас все же положено. Помыть у меня не получится ее, а влажными антибактериальными салфетками
Мы протерли. Наверное, нужно это разорвать, потому что развязывать мы не будем. Ножка, наверное, порезать лучше. Так. Александр не стал рвать, а я люблю все упаковки рвать. Вот так вот берем потихонечку, потихонечку и разрываем. Чтобы эту упаковку точно не использовать, чтобы ее сразу выбросить. В Саратове мы еще не заказывали суши. Мы ходили в кафе, а на дом не заказывали. Так, что у нас здесь входит? Мы заказывали большой сет. Запеченные. Я не помню, из чего даже состоят. На вкус вам не могу сказать. Мы вместе с вами все это попробуем. Вот с карамелькой очень вкусные. Мама сразу сказала мне с угрём. Любитель угря. Вообще она у нас угорь любит. Палочки. Так, здесь соусы. И зеленая какашка. Ну, я ее так всегда называю. Соус. Так, ну что я хочу сказать сразу прям, чтобы не шуметь. Уложено все, сервировано все хорошо, аккуратно. Имбирь достаточно тоже. Ну вот я по какашке по этой не знаю, сколько ее должно быть. И соус прям замечательно заполнили одноразовую посуду хорошо. Немало, потому что я знаю, что у нас друзья заказывали, они прям там на донышке. Так, салфеточки, как бы все, что должно быть. Есть. Ну что, наверное, мы сейчас сядем, как поедим. Это у нас ужин. Наверное, сегодня мы отмечаем сделку покупки квартиры. Так как никуда, ни в какой ресторан, кафе не сходишь, мы решили пригласить к себе кафе это. И, наверное, у нас будет... У нас есть и красное вино, и белое вино для любителей мы купили. Но мы, наверное, с Александром красного вина отопьем, попробуем. Надо же такое событие отметить. Это у нас в Саратове, именно в Саратове первое жилье. Ну, если не считать родительского. Показывать, как мы будем присаживаться за стол, не буду, чтобы у вас слюнки не текли и не капали. Поэтому всем, девочки мои и мальчики, приятного аппетита. Приступим.